Excuse me. Sorry. Do you speak English? No, I don't. Sorry. Oh. My car's broken down, and I wondered if you could tell me where to find a garage. Yeah, well, you know, that's wasted on me. I don't understand what you're saying. You don't speak any English at all? Not a word, no. It's one of those things, really. I wish I paid more attention in school, but, excuse me. Sorry. Do you speak any English? English? No. What's the problem? I don't know. I can't understand it. Hi. My car's broken down, and I need to find a garage. No, I'm sorry. I didn't understand that at all. All right, well, thanks. Tell you what, if you go down that way, about half a mile, there's a village. There might be somebody there that speaks English. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Deutsch, nein. Sprichst du Deutsch? Deutsch? Nein. Nun, ein oder zwei Wörter, aber ich bin nicht fließend. I'm sorry, could you more help? Yeah, sorry about that. Hey, you never know. Next time you're over, maybe we'll have learned a bit of English for you. Yeah, oder Deutsch vielleicht. Ja, das wäre toll. Thanks, anyway. I can speak English. So can I. Big Train. Большая возня. Big Train. Come in. Войдите. Hi, Stephen. Ray, hi. Привет, Стивен. Рэй, привет. Можно тебя на пару слов? Да, заходи. Дело в том, что нам только что перевели зарплату. Да. И не знаю, помнишь ли ты, но в прошлом месяце ты нас заверил, что сверхурочные будут включены в чек. А разве их там нет? Ни следа. Так вот, и это уже в третий раз. Хорошо, что ты обратил на это мое внимание, потому что я хорошо помню число. Это было 14 января. 14 января. Да, я помню, это ужасно. Это обычная колода карт. Выбери одну. Любую. Все равно, какую. Дело в том, что ведь мы... Не показывай ее мне. Мы надеялись, что... Запомни карту, покажи другим. В этом месяце... Хорошо, вставь обратно. У многих из нас были... Я просто перетасую. Отлично. Финансовые... Загляни в правый карман брюк. Это твоя карта? Да, это она. Она? Да. Как, черт возьми, вы... Да так, знаете ли... Он даже не подходил к твоим брюкам. Да, я знаю. Он дал ее тебе до того, как ты вошел? Нет, не давал. Такси! Такси! Напрямик в аэропорт. Какие новости, хозяин? Мы поймали 30 повстанцев в закрытом секторе. Хорошо. Отведите их в камеру. Да. Что случилось? Больно, очень больно. Что-то прищемило кожу прямо под подбородком. Что это? Что-то прищемило кожу прямо под подбородком. Здесь? И тянет кожу. Точно? Видите? Честно говоря, нет. Попробуйте, минутку. Нет, нет, не тяните, не тяните, так еще хуже. Ладно, ладно. Убери руку. Хорошо, только не тяните, потому что... Не так, не будь ребенком. В этой штуке трудно бриться. Не выходит, по-моему, застряло сзади. Хорошо, хорошо, отлично, все прошло, прошло. Что вы там говорили про камеру? Отведите их в камеру, нет, нет. Оно опять там. Вот, по-моему, оно застряло, и механизм зацепился под кадыком. Нет, боже упаси, нет. Не надо, оставьте. Я с этим разберусь, но мне кажется, вот так отпустило. Если я потяну наверх... Дизайн паршивый, правда? Я понял, это подделка. Я ее не смазал. А когда вот так киваешь, все сплющивается. Верно, верно. Я-то перестал их носить лет 5 назад. Это одна из выгод повышения по службе. Да, верно. Мне придется подождать, пока я не... Ну, вы понимаете, или сдать ее обратно в магазин. Просто отведите их в камеру и держите там. Не давайте им ни воды, ни еды. Хорошо. Хорошо.
И здесь у нас превосходное открытие чемпионата. Матч этих двух игроков. Прошло всего 12 минут, и оба в полном порядке. Видите, как нагло таращится украинский спортсмен Роман Соловка на Юрия Узляма из России, сидящего справа. Но Узлям применяет прекрасную защиту, очень солидную. Для тех, кто только что присоединился к нам, вы смотрите финал 43-го мирового чемпионата по гляделкам. В комментаторской кабине с нами, как всегда, Дэвид Джойс. Соловка выглядит непробиваемым, не так ли, Дэвид? Добрый день, Джон, добрый день всем. Да, он в хорошей форме, и я должен сказать, Джон, когда я увидел, что это будет первый матч чемпионата, я подумал, потрясающе, потому что вы видите, как они фантастически сконцентрированы. Просто невероятные гляделки. Я говорю о способности таращиться игроков выше уровня, и, ей-богу, они оба работают на износ. Напряжение огромно. Один раз моргнул, и все кончено. О, боже мой! Вообще-то кровь идет. Правда, кровь идет. Я чувствую, как течет по шее, да? Ладно, пойду разберусь с этим. Ладно, намажь сливками. Да, я намажу сливками. Увидимся позже. Я, наверное, буду в пивнушке. Ладно, увидимся там. Хорошо. Увидимся. Дайте мне сок. Хорошо. Нет, капучино. Это судьбоносный момент. Там залег наш враг. Их 500 человек, а может быть и больше. Мы должны сохранять ясность ума. Теперь слушайте внимательно. Это самое важное, что я скажу вам. И повторять я не буду. В атаку! Ха-ха, ты настоящий козел. Так, ты. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты? Что? Давай, на два слова. Пошли. Ну, я долго думал, и я действительно устал от этого. Думаю, мне придется с ним расстаться. Вы не хотите дать ему еще один шанс? Сколько еще шансов я должен ему давать? Вы понимаете, о чем я? Я уже дал ему как минимум 3 шанса. Знаете, я сурово с ним обошелся, а он ничего не делает, да? Понимаете, это все равно, что со стеной беседовать. Невозможно достучаться до этого парня. У меня чувство юмора не хуже, чем у других, да. Ладно, но ведь всему есть предел. Ты перебарщиваешь, ты не знаешь границ. Ты расстраиваешь людей. Расстраиваю? Да им это нравится, ты расстраиваешь. Это копилось уже давно, просто накипело на душе. Высказал ему все, что я думаю. Он меня уволил. Я вылетел. Кроме всего прочего, ей грозил электрический стул. Она должна была переодеться, а она, скромная женщина, ради всего святого. Боже мой, я хочу сказать, она думает, что это было забавно. Я с ней разговаривал, и она все равно уже была на грани нервного срыва из-за работы. Он считает себя присяжным остряком, он говорит, это на пользу, поднимает уровень морали. Ну вот, вот и пример того, с чем мы имеем дело, не правда ли? Я хочу сказать, некоторые из его шуток, как он их называет, мне кажется, просто опасны и часто совершенно негигиеничны. Например, мыши. Знаете, он везде разбрасывает дохлых мышей.
Я хочу сказать, что ты делаешь. Ты просто винишь меня за то, как ты сам командуешь. У тебя на все есть ответ, не так ли? Нет. И этот ответ всегда дерзкий и патетичный. Правда? Да ну, ладно, я могу идти. У меня много работы. Нет, я еще не закончил с тобой. Я напишу ему характеристику. Да, да, я хочу сказать, понимаете, эта работа не для него. Может, где-нибудь еще. Само собой, это будет не самая лучшая рекомендация, но все равно. Удачи ему. Да, думаю, он найдет себе другое место. Это был ужасный случай. Совершенно нетипично для сотен тысяч приличных болельщиков гляделок. Так-так. Вы только посмотрите. Узлям пытался что-то сделать, Дэвид. Да, Джон, но мне кажется, Соловка был на стороже. Ему ничего не стоило с этим справиться. Это проще пареные репы для такого спортсмена, как Соловка. Они так хорошо знают стиль игры друг друга, и, конечно, именно поэтому у нас сегодня такой уравновешенный матч. Войдите. Привет, Стив. Рэй, привет. Да, слушай, я могу говорить немного резко, да? Никто из нас не покинет офис, пока ты не выпишешь нам чек за сверхурочные за прошлый месяц. И прости, но больше нас никто не надует. А это еще не разрешилось? Нет. Это невозможно. Не знаю, что могло случиться. Все, что я могу сделать, мне очень жаль. И что я собираюсь сделать, это выписать чек здесь и сейчас. Как вам это? Да, отлично. Да, это приемлемо? Да, отлично. Ладно. Боже мой, три апельсина. Вы знаете, почему я держу их здесь? Попробуйте, это обычные апельсины. Ты можешь так сделать? Нет. Такси! Вот это да. Ну и ну. Милашка? Время подходит к 5:49. Сегодня утром я прочел в газете, что в Линкольншире бакалейщика кокнули за то, что он продавал банки с бабами старше 18 лет. Думаю, их можно назвать бывшими бабами. Эта история немного сыровата. Интересно, любимый актер этого бакалейщика был Шон Бин? А может, мистер Бин? Интересно, есть ли в тюрьме лошади и растут ли они, как на бабах? Вы слушаете «Чешем 101». В новостях после 5 часов красотка Джанет Макфейл поиздевается над Голливудом, а я слышал, что Хью Грант будет играть в следующем фильме про Бэтмена. Это так? Она кивает мне через стекло. Кстати, о Бэтмене. Интересно, он ездит на летучем бензине. Летучие мыши. Мыши? Это немного чудно. Слегка раздражает. Ладно, еще немного музыки. Ты куда? У меня больше нет чертовых каламбуров. Где мои каламбуры про Бэтмена?
Вы что, хотите, чтобы я выглядел там идиотом? Да, давай, пиши и перестань пялиться на меня. Мне до смерти надоело выглядеть идиотом в эфире. Давай, пиши. Давай, поторапливайся. Мне нужны каламбуры. Сейчас же. 5 минут. 5 минут, и мне нужны 20 шуток про Бэтмена. Я вас вижу, вас двоих в углу. Давайте, пишите. Не напишите шуток, не получите еды. Черт возьми, все просто. Давайте же. Давайте же, пишите. Каждый год тысячи детей по всей стране держат под замком и заставляют писать шутки для местных радиостанций. Большинство из них смиряется со своей судьбой, но помощь закона не должна дорого стоить. Все эти дети получили свободу с помощью Лэнгли и Олчерч. Если вас держат в заперти и заставляют писать шутки против воли, позвоните нам сегодня. Мы здесь, чтобы помочь. Лэнгли и Олчерч, мы здесь, чтобы помочь. Конечно, когда встречаются эти два игрока, мы вспоминаем незабываемый финал любительского чемпионата 1968 года. Да, игра продолжалась 9 часов. Да, верно. Пока Узлям не вымотал соловку. Мы можем посмотреть отрывок. Отлично. На каком потрясающем матче мы присутствуем благодаря этим игрокам из стран Восточного блока? Помню, последний раз они встречались во время кубинского военного кризиса, и игра была такой захватывающей, что это отвлекло мое внимание от конфронтации между великими державами. Просто не могу припомнить такого напряжения. Атмосфера здесь чрезвычайно наэлектризована. Замечательна стойкость этих двух игроков. О, боже мой! Соловка моргнул! Все кончено! Потрясающая игра русского спортсмена! Просто бесподобная! Приятно слышать комментарии Раймонда Следжа. Он столько лет был голосом чемпионата по гляделкам. Чака Хан, 1850-1920. Морис Гиб, 1849-1880. Барри Гиб, 1847-1880. Робин Гиб, 1849-1880. Морис! 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 Нет! Нет! Что-то говорит мне, что... Я иду, Чака! После смерти Биджис Чака Хан получила значок шерифа Вестгалч, штат Вайоминг.
Хотя она никогда не сомневалась, что Биджис виновны в смерти Херби Хэнкока, Элла Джера и Джорджа Бенсона во время так называемой «резни» Sundown Studio. Она так и не смогла простить себе убийство своих бывших друзей. В ее новом альбоме «Фанкоголик» представлены синглы «Иногда» и «Новый любовник». Мне кажется, все эти спекуляции в газетах заставили Соловку еще более решительно опровергнуть клевету. Он очень тщательно готовился к этому чемпионату. Ты видел его тренировки, Дэвид, и мы можем показать вам некоторые отрывки из них. Вот и он, Соловка, во время тренировки, и, боже правый, какой взгляд! Вы понимаете? Это мастер. И мы видим мастера за работой. Он использует метроном, чтобы поддерживать ритм. И таращится на себя по 10 часов в день. И я думаю, если бы вы получали 10 тысяч фунтов за матч, как он, вы бы тоже так тренировались. Рэй, привет! Точно, верно. Не говори больше ничего. Я понимаю, ты сердишься. Больше ни слова. Пойди, открой верхний ящик и загляни туда. Иди же, загляни в ящик. О, нет. Не могу поверить. Они прекрасны. Привет, щенята, вы прелесть. Привет. Такси. Это интересно. Как там давление? Давление в норме, пульс 120. Отлично. Можно еще тампонов, сестра? Тут такой беспорядок. Отлично, спасибо. Что-то я не уверен, как быть с этим. Немного необычно выглядит. Позвоню по-быстрому Бобу Меткалфу и посоветуюсь. Ладно, будет двойной контроль. Ребята, держите оборону, вернусь через 2 секунды. Привет, Боб, это Питер. Привет, да. Слушай, я делаю обычную операцию миссис Брукс, и я заметил, что у нее клапан аорты немного клейкий, и это меня беспокоит. Да. Правда? Отлично. Нет-нет-нет, это фантастика, потрясающе. Это именно то, что мне нужно. Замечательно. Хорошо, супер, ладно, увидимся. Да, ладно, да, хорошо. Нет, мне нужно было... Да, мне нужно было удостовериться, нужно было убедиться, ты понимаешь? Хорошо. Прекрасно. Увидимся. Ладно, слушай, мне в самом деле надо... Да, мне надо идти в самом деле, Боб, извини. Хорошо. Да-да, хорошо. Да, Боб, извини. Нет. Ладно. Слушай. Да. Да, хорошо. Нет, ладно, слушай, у меня операция, мне надо идти. Боб, да ладно. Доктор Грей упал, мне... Да ладно, хорошо. Ладно. Верно. Давай. Ладно. Мне... Пока. Да, пока. Пока. Нет. Пока. Мне... Да. Точно, ладно. Нет. Верно, да. Она нет, она умерла. По-моему, она уже умерла. Она умерла, мы ее потеряли. Нет. Теперь я могу разговаривать. Неужели? Мне было интересно. Ну да, хорошо. Слушай, мне... Да. Ладно. Оба игрока тянут время. Оба ждут первой же трещины в защите противника. Узлям не уступает ни дюйма. Это впечатляет. Ого! Такого не ожидаешь увидеть на чемпионате по гляделкам. Боже мой! Человек пытается отвлечь внимание от серьезного спорта. Да, это было необычно. Очень экстравагантно. Но вы только посмотрите на концентрацию на лицах игроков. Какой профессионализм! Никакого трепета, никакого колебания. Там стоял парень со своим болтающимся, как бы его назвать, а они даже не пошевелились. Кстати, о парнях. Нужно сказать, парни в синем, полицейские, действовали очень слаженно. Да, для этого зрителя этот матч был последним. Да. Несомненно, это пойдет в рубрике «Что было дальше» в спортивных программах. Необычное зрелище.
Все в порядке, мадам, все будет хорошо. А теперь идите ко мне спокойно. Хорошая девочка. Вот так уже все? Да. Вы в порядке? Да. Осталось немного. Держись крепче, крепче. Уже почти все. Смелая девочка. Да, уже все. Уже почти молодец. Смелая девочка. Вот так. Вы в порядке? Ты в порядке? Все хорошо. Это могло быть очень токсично. Вы вдыхали дым? Да. У вас в легких есть дым? Я вынес ее с самого верха. Я это видел. Это было очень хорошо. Вы в порядке, девушка? Да, мне кажется. Эти жокеи спасли меня. Лучше подождать других. Они сами не знают, что делают. Нет? Отойдите. Отойдите. Мне нужно пройти. Мы сделаем это. Давайте, мы это сделаем. Нет, уходите. Уйдите. Уйдите, вы оба. Просто... Мы уже это делали. Мне все равно. С меня хватит. Слушайте, уйдите отсюда. Мне все равно, слушайте, я хочу, чтобы вы ушли. Уйдите! Уйдите отсюда! Да, отгони их назад, приятель, за машины. Здесь камни летят, убирайтесь оттуда. Ну же! У меня падает напор. Что за... Я просто пыталась отрегулировать напор. Оставьте его. Там капает. Неважно, уйдите, убирайтесь. Кому я сказал? Что ты делаешь? Заперто. Попробую пробиться так. Хотите, я подержу топор? Нет, не надо. Уходите отсюда. Не могли бы вы просто отойти? Вы делаете такую прекрасную работу, такую хорошую работу. Блестяще. Большое спасибо, но... Да, да, вы должны отойти туда. За пожарную машину. Станьте там слева, понимаете? Вы понимаете? Нет, уйдите, отойдите. Ладно, идите сюда, можете помочь, уже почти все. Нет, не все сразу, только один. Ты высокий, как тебя зовут? Крис. Как? Крис, отлично, иди сюда, берись. Давай, держи. Нет, следи за работой, следи за струей. Смотри, смотри, куда направляешь. Нет, не делай этого. Нет, слушай, ты хочешь попробовать или нет? Да, вот так. Нет, нет, это просто глупо. Нет, не делай так. Ниже немного опусти. Нет, еще ниже. Вот так, хорошо, парень. Получается, у тебя получается. Вот так. Нет, нет. Нет, ладно, иди, отдай. Ты все испортил. Нет, все испортил. Вот так, нет. Вы все. Не все сразу, не все. Нет, немного ниже. Вот так. Слушай, ты же не красишь дом. Ты следующий. Все назад, вы уже пробовали. Вот так. Немного ниже. Опусти немного. Вот так. Направляешь в эпицентр. Хорошо, ты следующий. Так. Держим хорошенько. Вот так. Ты талант. Отлично. Очень хорошо. You've all let it go. Now piss off.